И в продолжении криминальной темы десятки ложных сообщений о минировании получили сегодня сразу в нескольких регионах страны. Красноярский край злоумышленники обошли стороной. Вот в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае жители эвакуировали из десятков мест – школ, детских садов, больниц и торговых центров. Все помещения уже проверили саперы. О других новостях в двух словах расскажем далее. Больницы Красноярска предлагают оснастить отпугивателями для собак. Идея принадлежит подрядной организации, которая занимается отловом животных. Они рассказали, устройства ультразвуковые. Их излучение недоступно для человека. Отпугиватели нужно устанавливать по всему периметру учреждения. Средняя стоимость оборудования около 3000 рублей. Почти 1000 рабочих мест в Красноярском крае заняли мигранты. Они устроились в сферу торговли, транспорта и строительства. Переселенцы из Таджикистана, Украины, Армении, а также Беларуси и Молдовы закрыли невостребованные вакансии за счет федеральной программы. Трудовые мигранты получают единовременную денежную выплату от государства. Также им компенсируют затраты на перевод документов с иностранного языка. Творог и сметану из красноярских супермаркетов проверили специалисты Центра стандартизации и метрологии. Из хороших новостей – фальсификатов среди продукции нет. В товарах не обнаружили растительных жиров, но у большинства образцов завышенное содержание дрожжей.